Они пишут сценарии, рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют. Они из разных городов области, у них разные специальности, но объединяет их одно – труд в сфере культуры. Со сцены начальник управления культуры Витебского облисполкома поблагодарил всех, кто делает наш мир краше, и отметил важность проделанной работы. Мы должны сказать теплые слова нашим работникам культуры, которые делают очень важное дело в нашем обществе. Они прививают любовь к истории, к краю. Вот. Мы занимаемся не только музыкальным образованием, но и фольклорным. Мы изучаем фольклор, историко-культурное наследие. То есть всеобъемлющее такое направление у нас в сфере культуры. Премии и грамоты различного уровня и достоинства за достижения в своем деле вручили всем присутствующим в зале. А это порядка 30 человек. Среди лучших и две новополочанки. Почетной грамотой Управления культуры Витебского облисполкома награждена преподаватель по классу баяна Новополоцкого музыкального колледжа Елена Сталюкова. В этом заведении она работает уже 36 лет. Выпустила очень много выпускников, специалистов, дирижеров. Очень много лет работаю куратором. То есть через мои руки прошло, наверное, большинство детей, которые учились в нашем колледже. Вот. И всем я для них являюсь мамой. Вот. Все приезжают, все обязательно ко мне заходят в гости. И если бы у меня кто-нибудь спросил, какую я профессию выбрала бы, если бы мне дали еще одну жизнь, я бы выбрала только эту, педагогическую. Еще один приятный факт для культурной столицы Беларуси – это то, что лучший работник библиотеки – представитель нашего города. Это, наверное, 20 лет назад было такое, что Новополоцк побеждал в нашей номинации. И тут, конечно, очень приятно и от себя лично, и вообще для всего города. Работаю по такому принципу – правильно жить, значит работать. Механизм, который не работает, он ржавеет. Поэтому никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Это пока областной уровень. Может, когда-то дорастем и до республиканского, кто знает. Да, как известно, совершенству нет предела. Как нет предела радости за достижения новополочан. Они из года в год подтверждают, Новополоцк богат талантами. И их палитра яркая и разнообразная. Виктория Клементенок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.